перед трамплином заворачивать. Ты сегодня сделал, на самом деле, фронтсайд 540 или бэксайд? Мы приехали ставить ее на лыжи, но она взяла мой вот этот большой сноуборд, она встала двумя ногами и поехала. Но это была, правда, территория парковки, и там была небольшая горка. Но она поехала на этом сноуборде и не упала. И вот тогда я задумался, думаю, блин, а в ней что-то есть. В 6 лет, так как она прыгает в России, я даже не побоюсь и в Америке. Там есть дети, которым и 8-9 лет, но 4-6 так никто не прыгает. То есть у нее прогресс очень такой вот сумасшедший. Вот это ее рвение катания на сноуборде обусловлено тем, что она как бы хочет достичь высоких результатов, как бы спортивных. То есть вот ей хочется соревноваться и добиваться каких-то результатов. У нее все шансы есть, чтобы стать именно олимпийской чемпионкой России и, возможно, победительницей X-Games.